Сегодня мы будем проводить опыты. И наш первый опыт будет называться «Радуга», да? А теперь мы разложили все, зальем водичкой и посмотрим, какая получится у нас красивая радуга. Смотри, появляется радуга. Давай мы чуть-чуть еще добавим. Чуть-чуть, только чуть-чуть, чтобы не сбилась наша радуга. Все, 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 убираем. Смотри, 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 что получается. Давай посмотрим, она должна до конца дойти, и у нас будет красивая-красивая радуга. Так, ну как, Оливия, получился у нас опыт? Аккуратненько, вот здесь вот посерединке, давай вот так вот. Опусти. Давай, вот какая у нас красота получилась, да? Вот такой у нас эксперимент. А сейчас мы будем проводить второй опыт. На старт, внимание, марш! Вот это круто! Давай еще подольем. Какой красивый цвет, смотри, розовый, зеленый. Ух ты! Давай еще сюда добавим. И вот сюда. Вот это пены у нас, да? Вот такой у нас интересный эксперимент. Пока! Подпишитесь на мой канал. Всем пока!